Воскресенье. Аферистам пришла идея, как заработать денег. Решили открыть школу нянчек и педагогов, чтобы потом сдавать их в аренду за большие бабки. Возникает острая необходимость в квалифицированных кадрах. Пьянству бой. Так резко бросать нельзя. Водочки не хотите? Нет. Голубушка, два пивка для рывка. Но было ошибкой делать сотрудниками фирмы бомжей и алкоголиков. Из вас, уродов, людей делаю. Да? Откуда звон? За хозяина! Что здесь происходит? Теперь надувательство может раскрыться в любой момент. Жизнь кувырком. В воскресенье на ТВ Русь.